сорвал с календаря лишь 6 января, а под ним два слова «Рождество Христово». Что же делать, как же быть? Начались мучения. Что же Богу подарить в день Его рождения? Книгу, карандаш, конфету, может быть, коробку эту? Мишку, саблю или пушку, мою лучшую игрушку. Отложил я карандаш, разве Богу что-то дашь? Но чего у Бога нет? И зачем ему конфету? Полистал альбом для марок, это тоже не подарок. Бросил в ящик саблю, пушку, мою лучшую игрушку. Целый день прошел во сне, и уже почти во сне я шепнул до самых слез: «С днем рождения, Христос!»